Харькове был совершен теракт. СНБО, а также украинские СМИ, ссылаясь на силовиков, сообщили уже утвердительно, что теракт совершили россияне, российские спецслужбы. Почему они так решили? Потому что рядом, неподалеку от места теракта, был найден некий предмет цветов российского флага. Вот как эта штука выглядела, я не понял, что это похоже на носки. В принципе, все мы помним, да, визитку Яроша. Как тогда все смеялись, сделали из этого такой прям мем. На самом деле визитки были. И визитки эти можно было взять в любом офисе правого сектора. Но из этого сделали мем, и это было смешно. А вот это не смешно. Ну, а раз это не смешно, то я тоже помогу и подскажу, что еще нужно искать на местах совершения терактов, чтобы привязать их четко к российским спецслужбам. И самое главное, чтобы не перепутать, если на месте теракта обнаружите вот такую штуку, не думайте, что это британцы. Это, скорее всего, все равно россияне, только пытающиеся свалить вину на британцев. Если найдете вот такую штуку, это тоже, скорее всего, не британцы, а сепаратисты, которых научили подбрасывать на место преступления левые вещи российские спецслужбы. У меня все.